На этом фоне Омск стал лидером в стране. По росту цен на съемные трехкомнатные квартиры аналитики портала «Мирквартир» проанализировали изменения арендных ставок в 59 крупных городах России, в том числе и в Омске, и составили рейтинг. И если однушки с начала года подорожали всего на 4%, то трешки сразу на 23%. Сейчас средняя стоимость такой большой квартиры составляет в городе 17 860 рублей в месяц.